30-річний іноземець, який грабував перехожих, затриманий поліцією. Жертвою останнього нападу стала 18-річна дівчина, з якої чоловік на вулиці Розумовській зірвав золотий ланцюжок. По гарячих слідах нападника встановили та затримали. Где-то после 9, улица Розумовська, вечером я когда гулял, после, возле меня один девушка видел. А эта девушка на шею чепочка была, золотая чепочка. Где-то 5-10 минут потом я эту девушку в шею золотой чепочкой сорвал и убегал. Злоумышленнику сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по статье 106 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Просим граждан обратить внимание на злоумышленника с целью проверки его на причастность к совершению им, возможно, других преступлений. В случае наличия какой-либо информации просим обратиться по телефону 779-49-66 либо на спецлинию 102. Затриманому загрожує позбавлення волі строком до 4 років.